Ты же Кардашьян ставил, нам же Людовский. А Яндекс. Яндекс. Тогда для этого ей нужно огромное лицо в тоналку. Вот, точнее, огромное количество тоналки ей на лицо. Черт! А ты хочешь, чтобы... Она хочет, чтобы у тебя было большое лицо, но его села тоналку. Я хочу, чтобы с этого лица было поплотнее, если ты хочешь не сделать Кардашьян. Консилер! Консилер! Принеси тебе консилер! Так вот. Что здесь ничего не видно при этом свете. А мы делаем, значит, тормашки. Аня, вот сюда. У тебя уже одна просто... Здесь потемнее скоро. Как будто ты с морозом. Я ведь только с морозом. Почему? Мне одна половина будет Кардашьян. А вы бы да. Решили. Ты будешь убирать. Ты закрыла мой Бобби Пейдж. Открой по Кардашьян. Она секси. Бэйби. Хочу что-то свое нашли. Я пойду курю. Короче, чтобы вообще все было классно и замечательно, надо просто иметь красивых подруг и не париться. Да, и спасибо вам большое за ваши советы в макияже. Я никогда им не воспользуюсь, обещаю. Вообще для Бэйби Фейс надо бы родиться в 96-м году. Слышь, ты Кардашьян, молчи.